Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Всем привет. На улице ужасная погода. Привет, Ксюш. У меня хуёвое настроение. Я идиот, я человек даун. Привет, Лёш. Привет. Я просто доцепан. Сижу на лавочке, жду. Нет, не опять в смысле, у меня нет ключа, я не могу открыть дверь. Я ушла к репетитору, и мама такая... Я же сказала, жду мать, потому что я сломала ключ. Вот, и родители говорят, ну, у нас слишком много сегодня дел, мы вернемся только вечером, а у меня вообще нет с собой ничего, я не могу попасть в дом, и у меня 5% на телефоне. На красный. Спросите, пожалуйста, у Евгения Гелимханова, как я сломала ключ. Потому что у нас в замке можно кодировать замок 3 раза. И там в каждой как бы связке было 4 ключа. Первые ключи я потеряла, перекодировали замок, осталось еще как бы 8, да, ключей, то есть 4 к одной, 4 к другой. Потом папа потерял ключи, осталось еще меньше, и осталось вот сейчас. Все, нет больше ключа. Было 4 ключа, я потеряла 2, осталось 2 и больше нет. О, радуга из лайков, очень мило, спасибо. Ну, такие дела. Короче, я лох. Можно не делать ЕГЭ, пожалуйста? Мне это уже раздражает. Ну, мама хочет в МГУ, а папа хочет высшую школу экономики. Кто спросил, what are you doing? У меня же телефон разве...